салат Цезарь. Я нарезала листья салата. Теперь засыпаю тертый сыр, пармезан. Помидорки черри. Отварная курочка. Я беру печеную в магазинчике, уже готовую. Делаем соус. Выжимаем сок лимона. Горчица. Майонез. Тертый чесночок. Заливаем соус в салат. В идеале добавляют перепелиные яички, но сейчас я сделала просто обычные, и потом сухарики. Красота, елочки. О, как красота! Как-как-как! Вообще супер, скажи, класс. О, там деньги. Что там? Как ты деньги? Часы промывали. Ой, это что-то новенькое. Подожди, что в этом году новенький нет, свитер. Это... Хорошо. Так, у нас все идеально. А смотри. Вот. Это очень. Вот, конфеты мне, в голосах. Вчера прихожу, я уже так знаю. Это салатик твой любимый, как все как ты хочешь. Ну, конечно, с чесноком. А у нас есть колбаска. Два кусочка. Да ладно, я слово. Честное слово, я увидела. А, да? Ну, смотри, правильно. Оля, может, эти конфеты вот... Да выкинь куда-нибудь. Себе закинь в твою грудь. Объем дополнительный. Мне достаточно. Здравствуйте. С прошлого года. Да. Та же самая елочка, да, на том же самом месте. Да, я видела эти глаза где-то. Расскажи, пожалуйста, сколько дней ты уже на этой диете? Ну, девятый вот. Девятый день? Класс. Есть какие-то положительные сдвиги? 2 килограмма и в объемах пришло. Да? Класс. Сколько длится? 14 дней, оно интенсивно. Для Рождества, да? А потом обожрется на Рождество. У меня подруга Катя с Одессы. Она постится. Это 40 дней пост. Не мясо, там нельзя, строгий пост. А потом на Рождество как нажирается. Вот это наша тема. Аккуратно, давай. Ты сказала только мясо. Так, а серьезно, только мясо и что еще? Ну, вначале, то есть, было 12 ела, там, 3-6, потом ела, начиная там с 11, потом уменьшали, там, например, 12-6. Вот это вот подводили к 5-му дню, чтобы ты был больше подготовленный к голоданию. Вот это звезда, звезда, это лобода пришла. Лобода, да, лобода. Так это настоящая краска, да? Или это тоник? Хорошо. А это смотрите в моем блоге. Ах ты! Молодец! У нас, смотрите, новые люди. Посмотрите, это Валерия, она живет в Хартерсвилле. Да, да. Только по дороге что осознала. Что ты забыла домик? Нет, что я не в Агли свитер. А я еще думаю, что за Агли вот это все? Да шучу, молодец. Здравствуй. Ну, недалеко, да. И говорят, вы не заходите в кампус с 4 сентября. Я говорю, да.
Говорит, мы не переведем вас типа, в следующий класс. Вы должны там что-то делать. Я говорю, ну, а типа она типа щимаст. Я говорю, точнее не щимаст, а рычикам. Я говорю, это я должна. Я говорю, у меня есть работа, если я не буду делать, то мы окажемся на улице. И в это время. То есть, а Canvas, он не приспособлен для детей. Да. Он не детский. Вот там интерфейс очень... Я там ничего не понимаю. Бесит меня. Понятия не имею. А кому ты писала? Я написала директору какому-то там заучку и учителю. Да, я копии отправила всем в школу. Написала, что вы мне вот это тут угрожают. Это не моя работа, мне за это не платят. Потому что мне Купер прислал $300... Пусть купит маску себе на эти деньги. Я ушла на работу, Рома включил этот канвас, я ему рассказала, и он, я прихожу, и смотрю его типа. И меня типа, говорит, да. Говорит, и что, я хотел сказать, что учителям платят $300 в месяц за вот эту работу, типа, что я вот сейчас делаю. Mm-hmm. Ну. Там надо, да, давать какие-то эти молоко или еще что-то. Нет, заберут ребенка и занимаются своими делами, либо не трогают меня. Ну, как я должна... Как я должна работать? Ну, голой там танцевать по ночам, а днем на канвас. А мне еще надо к себе на праздники, видишь, ходить. Да-да, правильно, это самое главное, напиши, я не успеваю. И что, а если ты пропускаешь, тебе звонили? Да. А кто звонил, учительница? Просто хотела письмо. Спросить. Письмо. И что будет, если больше 3 дней не ходишь в школу? Social worker забирают. Не забирают. Ну, если ты отчет не напишешь. После 5 дней. 3 дня за год? 5. За год 10. Что забирают? 5 дней за полгода у нас. Социальную службу могут прислать на проверку, как вы вообще там воспринимаете. Да ребенок болеть может. Если болеет, справка. Да, если болеет, у тебя должна быть справка от врача и так далее. It's okay. Ну, значит, либо не справка, либо ты звонок в школу делаешь, вот если без справки. Или да, или нет. Ответить мне на этот вопрос одновременно. Are you a sleepwalker? 1, 2, 3. Нет. Okay. Если вы оба ответили нет, значит, вы получаете эту карточку. Вам нужно три карточки. Super sensitive. 1, 2, 3. No. Super sensitive? В каком месте? Расскажите про ваш домик поподробнее. Домик сделан с любовью. Правильно. Купленный в Trader Joe. Любимый подходит. Магазин. Класс. Ну, очень красивый. Вот. Первый раз. Первый раз? Серьезно? Да. А сколько ты в Америке? 8 лет. И ты первый раз сделала этот домик? Я же с Нью-Йорка, там нет времени. Да, да, да. Ну тогда дебют, слушай, браво, дебют. Хорошо. Спасибо. Спасибо немножко. Я только так, чтобы восстала.
Домик, домик мы сейчас сломалось. А потом соберете, да? Когда подсохнет. Это логично. Мне нужна линия. А уже поздно. Не смотрите. Не смотрите. И опять то же самое. Я судьба, наверное. Да я что беру свойства? У меня каждый раз разная. Классно. У меня судьба второй раз взяла. Я тоже. Да, это написала. Все, все красные. Ну все, давайте. Как это? Да. У тебя чей? Аля. Самый лучший подарок. Ой, что это? Что это? Скрипка? Класс! Моцарт! Маскарпоне? Марципан. Марципан, по-другому. Элман, да. Это венские, да. Венские колечки, да. Спасибо. У меня Настя. О, ну я не знаю. Вот. Вот этот пакет. Юж, пакет! А что это класс? Это Гуччи. Настя, я не расплачиваюсь. Вау, вау, вау. Мы сделали... Я немножко в шоке. Вообще классно. Я надумали, мы все деревянные. Я знаю. Это вообще капец. Very sweet. Нормально. Что это? Кофе! Ой, дай посмотрим. Спасибо большое, кофе, кстати. Класс. Спасибо. Надо Катя. Катя у нас любитель кофе. Конечно, декарты. Давай. Я да, хорошо. А что я? Можно декарты. А, Снежана. А у меня Снежана. Это вот этот Снежанчик? Какой из них? Да. Зелененький или вот этот? Нет, вот этот. Вот этот. Ой, ой, он прилип. Почему он прилип? Да, а, он такой тяжелый. Конфетки, которые я люблю тоже, это очень важно. Так, что-то, там какой-то горшок. Горшок. Ой, свеча. Ну хорошо, не вагинальная. А слушай, а что это? В смысле, как это? В смысле, не вагинальная? Класс, класс, класс. Не мой размер. Класс. Это нет, да? Ой, хорошо. Это какой-то... А, это елочка, елочка. Если у вас нет настоящей елки, то понюхайте вот эту. Пахнет елочкой. Спасибо. Спасибо большое. Класс. Это уют в доме. Я каждый день просыпаюсь с этим желанием. И засыпаю. Что такое? Ой. Что это? Что это? А это такой елочный шарик с... Ой, это, кстати, на память, блин, это так круто. Я даже хотела такое что-то купить и, ну, передумала. А что ж ты передумала? Надо было купить. Они делают лакосты или как там, я забыла. Это парфюм? Косметический. Косметический, а крема для рук они делают, все такое. Смазывать? Как раз, слушай, я ходила, я не знаю, открою ли я сегодня это или нет. Ой, класс. Я, слушай, у меня как раз проблема, у меня сейчас это все сохнет. Супер, прям все. Спасибо большое. Опачки, опачки. Я просто знаю, что ты пришел в этот день. Классно. Это мне, да? Это точно. Да, да, я сейчас правда. У меня же главное день рождения. Да, я знаю, но это же не значит, что надо... Ой, спасибо большое. Прикинь, так шмяк. Да, красота невероятная. Так, Катя, руки. Да, так. Не снимаю. Хайлайтер, там все. Я думала, это чулки какие-то. Я сначала показала, что это белье, а это щетка. Да, да, фэнси шмиц. Класс, класс. А что, они там же завязаны? Ну, короче, да, я понял. Очень нужно есть хозяйство. Ну, еще там есть маленькая штучка, да. Вот это вот я и дала. Я думала, это совсем что-то такое, типа тампона. Да, тампон. Ой, что ты делаешь? Засунуть надо, что-то делать? Да. Вот это куда? Тебе все засовывать надо. Это
это скраб. Это делаем сначала пилинг, а потом делаем маску. И вот да, так. Все правильно. Муа! Спасибо Але за то, что она нам подарила этот комплект. Да? Да. Начнем. Открывай. Ты хочешь открыть или нет? Такой красивый, большой. Там даже есть эти gingerbread men. Так. Вот такой он красивый будет. Но сначала нам надо его склеить. У меня есть свой план действий. Украсить. Подсохнет все, а потом склеить. По инструкции наоборот. Но я просто знаю по опыту, что когда мы делаем так, как они там написали, значит, вот это вот сначала склеиваешь все эти стены, все-все-все, оно потом падает, и все. Наш фундамент, так сказать, здесь будет стоять домик. Такая красота. Ну что, приступаем? Да. Поехали. Ты делаешь свою часть, я делаю свою часть, тогда будет быстрее. Ты любишь творить? Да, очень люблю творить. Вытворять, да? Да. Вот вы вчера с друзьями творили. Да. Шапочка у этого просто крем. Я сделала волосы. Потрясающе. Придумала. И глазки. Ага, выпученные. Класс, да? Очень довольна. Да.